Всем привет, с вами Вася из Нью-Йорка. И сегодня я приготовлю то, что валялось у меня в холодильнике. А в холодильнике у меня валялась паста, без калорий практически. 10 калорий вот на всю эту упаковку. Это полусырые макароны из корня коньяко. Японская, в общем, штука, прикольная. По консистенции грибы напоминает. Это типа петрушки, не помню название. Чеснок, помидоры, острый соус. Кинза, это кинза была, а это креветки. Уже они термически обработанные, я их купил. Блин, цену не помню, тоже в морозилке валялись. В общем, режем помидоры. Мне почему-то захотелось все это приготовить в соусе из помидор. Просто тушеные с солью и чесноком помидоры. Чтобы паста этим всем пропиталась, креветки пропитались, получилось очень вкусно. Масло у меня из виноградной косточки. Здесь, в Нью-Йорке, очень большой выбор растительных масел. Мне понравилось масло авокадо. Почему-то я в Магнитогорске такое масло ни разу не видел. Здесь тоже вот масло виноградной косточки. Оно, кстати, стоит практически так же, как и масло авокадо, например, стоит. Или оливковое масло. Растительное масло, кстати, здесь довольно-таки дорогое, потому что его привозят... Ну, растительное, в смысле подсолнечное масло. Довольно-таки дорогое, потому что его привозят издалека. Поэтому выгоднее и проще брать такое. Есть еще масло каких-то там цветочков таких, не помню название. Я его не особо беру, но... Я масла много не ем, поэтому я вот беру, какое понравится. Кокосовое масло тоже прикольное. Вот, помидоров я взял примерно около килограмма, может даже полтора. Две пачки пасты. Почему только две пачки? Потому что больше у меня не было, а в магазин идти было лень. Было бы три, я бы кинул три. Но я стараюсь готовить так, чтобы один-два раза съесть. Вот, теперь чеснок. Сначала я, как умный Вася, пытался чеснок аккуратно извлечь, потом психанул, подавил и его достал так. Так быстрее гораздо. Я так чеснок частенько делаю. Потом я его просто давлю плоской стороной ножа и режу. Получается очень быстро и легко. Но я, правда, добавил в конце еще, в середине еще немножко сушеного чеснока. Вот я кинул креветки. Креветки готовятся быстро, потому что они уже готовые. Вот кинза. Почему-то мне захотелось кинзу. Я сегодня шел из тренажерного зала и захотелось именно кинзы и помидор. Именно такой рецепт сделать. Почему, я не знаю. А, это куркума. Я ее использую, вы знаете, примерно уже лет 14-15 я куркуму использую постоянно в кулинарии. Считается очень полезная, но сырой корень я пробовал. Вы знаете, я смог съесть только 2-3 корешка, и все. Она настолько горькая в сыром виде, хотя, говорят, супер полезная. Вот, соль, черный перец. Я не могу себя заставить есть сырую куркуму. Ну, вы уж простите, такой я грешный. Сковородка такая у меня толстостенная, обычная тефаль, сковородка. Ну и все, в принципе, выпариваем жидкость. Помидор очень много жидкости дали, я хотел ее выпарить, потому что я не люблю... так много соуса, по крайней мере сейчас, я не хочу. Все, получилось вкусно и легко. Кому что нравится, то с тем и делайте. Такие дела. Пожалуйста, поставьте лайк, кому не жалко. Это мне будет очень приятно и поможет развитию канала. Спасибо большое.